Здравствуйте, вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях образцовый ансамбль «Вокальная студия «Дети солнца». Здравствуйте, Людмила Георгиевна. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Рады вас видеть в нашей студии. Начался Новый год. Конечно же, хотелось подвести итог году ушедшему, 2017-му. Каким он был для вашей студии, Людмила Георгиевна? Ну, как всегда, мы к 2018 году подошли с хорошими результатами. Я очень довольна детьми. Было много интересных выступлений, интересных поездок, фестивалей, конкурсов. И хочу отметить, что самые, конечно, интересное и большое как бы достижение нашей студии – это участие двоих наших участниц, двоих наших девочек в слепых прослушиваниях «Голос дети», пятый сезон. Вот сейчас начинаются как раз уже съемки будут. Вот. Ну, а кастинг был в сентябре, октябре. Людмила Георгиевна, уже не первый раз ваши воспитанники пытаются покорить голос. И мы знаем пример Дмитрия Устинова, который, в общем-то, блестяще выступал, и теперь он активно гастролирует. Да, конечно, Дима вообще у нас сейчас профессионально обучается, вот, и совмещает учебу с активными гастролями, с активными выступлениями. Вот сейчас мы готовим, кстати, несколько песен. Его пригласили в оркестр, как бы в ОВД, как солиста. Вот он там будет. Несколько сольных песен сейчас мы готовим, чтобы вот он смог с ними повыступать. Будет Людмила Георгиевна, вы уже очень много лет работаете с детьми. В вашем коллективе более 100 воспитанников. Вот что для вас, конечно же, вот эти вот победы, особенно на таком высоком уровне, когда ваши дети достигают такого мастерства? Ну, я очень, очень за них рада. И, конечно, горжусь детьми, конечно. Но стараюсь, чтобы дети не зазвездились, есть такое слово, чтобы они реально смотрели на жизнь и стремились к еще большим успехам, вот, зная, что еще не предел в вокальных возможностях, то есть надо работать, работать и работать. Вот. Год был для вас очень насыщенным, много было записано новых песен, а некоторые родители вместе с детьми даже выпустили собственный видеоклип. Вадик, расскажи, что за песни записали и как мама помогла тебе в создании твоего первого клипа? Помогала мне делать клип моя мама. Она мне его монтировала, а я сам принимал участие как актер. Вот. Мы звали своих одноклассниц, они нам помогали. Вот. Это первая вот такая работа для тебя? Это уже второй. Это уже второй твой видеоклип. Вот насколько тебе нравится быть, ну, не только выступать на сцене, но уже, в общем-то, работать и пробовать себя как настоящий актер. Да, очень нравится мне. Вадим, ну, конечно же, видеоклип – это не единственное твое достижение за прошедший год. Каким он был для тебя? Какие победы были в 2017 году самыми яркими? Я участвовала в конкурсах, вот. В последнем конкурсе я там занял второе место. Вот что ты чувствуешь, когда получаешь из рук жюри заветный кубок? Удовольствие, радость, горжусь, гордость то, что я получил его, я сделал это. Я знаю, что сегодня жизнь современных детей, современных школьников очень насыщенная. Чем ты занимаешься еще помимо музыки? Есть ли у тебя увлечение, хобби? И вообще, какое место занимает именно музыка, именно вокал в твоей жизни? Я хочу работать потом с музыкой. Я хочу стать звукорежиссером. И еще также я люблю играть, вот хобби мой – это настольный теннис. Какие разные дети, да? Одни мечтают быть прям вокалистами профессиональными, выступать на сцене, а кто-то хочет уже быть
даже в свои 13 лет режиссером. Вадим, ну так как сегодня так совпало, что сегодня съемки программы «Моя планета», а у тебя сегодня день рождения, мы тебя от всей души, от всего коллектива телеканала «Одинцова» поздравляем, желаем тебе успехов, здоровья, ну и, конечно же, чтобы все твои мечты, они обязательно исполнились. Спасибо. Я думаю, все, да, присоединяются, да, к поздравлениям. Людмила Георгиевна, я знаю, что в этом году у вас два стипендиата главы Одинцовского района. Вот этот момент, вот один у нас присутствует, это здесь Арсений, получил стипендии. Вообще ежегодно ваши воспитанники получают губернаторские премии и премии главы района. Как удается этого достичь? И вот интересный тоже момент, а за что получают дети эти премии? Ну, во-первых, мы каждый год участвуем в конкурсе «Юные таланты Московии». Наши дети как бы из года в год становятся лауреатами этого конкурса. Получается, что результаты собираются за год. Вот Арсений у нас в прошлом году вышел в финал, в суперфинал конкурса «Салют талантов». Вот, он ездил у нас в Казань, ездил у нас в Минск, да, Арсений? Да. Везде занял первое место и прошел на суперфинал «Салюта талантов», который проходит каждый год в городе Санкт-Петербурге. И он съездил в Санкт-Петербург, проучаствовал, куда приезжают только первые места. То есть только лауреаты первой степени. Да, лауреаты первой степени. И он среди этих лауреатов первой степени занял опять-таки первое место. Опять стал лауреатом первой степени. Ну, получается, вот все эти победы, они суммируются, суммируются в баллы и уже, да, дальше, да, определяют, да, кому, да, дать ту или иную, да, премию. Еще у нас, значит, Ковалев Арсений стал стипендиатом и Гроза Аксения. Вот, тоже стипендиатом. Два стипендиата у нас в этом году. Арсений, ну давай, подключайся к нашей беседе. Арсений, каким для тебя был этот год? И вот все-таки было много концертов, было много выступлений, конкурсов. А что было самым ярким для тебя? Самым ярким в этом году для меня было выступление в Калуге, потому что я первый раз еду как в ансамбле отдельном. Ну, я сейчас расскажу сразу тогда, да, немножечко предысторию об этом выступлении. Вы в Калуге были не как конкурсанты, вы были настоящие приглашенные звезды, Людмила Георгиевна. То есть детей пригласили, ваш коллектив пригласили, да, отработать елки, вам оплачивали проживание, дорогу, и, в общем-то, дети как настоящие артисты выступали. Да, вот мы были очень рады, и когда мне предложили съездить с детьми на эти елки, на выступления в Volkswagen Center, вот, где проходили елки для детей работников центра, и там как бы это был семейный праздник, потому что приходили целыми семьями туда. Было очень хорошо организовано. Просто на территории завода, то есть в цехах, где работают родители, папа или мама, приходили, вот они приходили с семьями, и там как бы вот праздновали Новый год. Ну, я так понимаю, что артистов там было много. Арсений, как принимали вас, что вы исполняли, что понравилось больше всего ребятам? Расскажи, вот именно про выступление в Калуге. В Калуге мы пели сразу, как артисты, три песни. И после этих трех песен мы уже выступали нашу последнюю. Мы были в финале, нас поставили на финал. И каждую елку, когда был финал, собиралось много людей, они танцевали, собирались хороводы и хлопали. Скажи честно, честно, волновались, переживали. Все-таки, ну, одно дело понятно, когда ты стоишь к конкурсу, у тебя там жюри, ты сосредоточен на том, чтобы все исполнить. А здесь немножечко другая задача. Здесь вы должны были подарить радость, настроение зрителям, которые пришли на вас посмотреть.
Что чувствовали вот перед выходом на сцену? Я не волновался, потому что при волнении человек зажатый, а людям надо подарить радость, а не зажатость. И чтобы они были счастливы, были веселыми, надо быть открытым, улыбаться. Я знаю, что ты сегодня тоже пришел к нам не с пустыми руками, а приготовил подарок для наших телезрителей. Что будешь исполнять? Сегодня я исполню для наших телезрителей песню «Мечта». Ну, я думаю, что мы сейчас с удовольствием посмотрим, послушаем внимание на экран. Я наблюдаю город огней. Она верит просто по глазам и направит сердце к берегам, тем, что мне снились, тем, что покажи мне этот рассвет и нарисуй мне мысли в паркет. Со спиной крылья налегке рассекаю время на воде. Я возвращаюсь рядом она. Людмила Георгиевна, впервые ли вас приглашали ваших детей как артистов? Или уже был у вас такой опыт? В прошлом году, да и в этом году мы выступали как артисты, допустим, и в Доме правительства Московской области. Мы же тоже туда приезжали. Вот. А в этом году у нас было тоже очень интересное выступление. Мы 2 ноября выступали в Кремлевском дворце съездов. Вот. Нас пригласили.
пригласили Центральная клиническая больница, праздновала 60-летие. Вот. А поскольку мы уже не однажды на День медицинского работника пели песню «Не болейте, доктор», вот, и она организаторам очень нравится, и в нашем исполнении, нас пригласили выступить и в Кремлевский дворец съездов, поздравить медиков Центральной клинической больницы. Вот. То есть, ну, тоже я считаю, если дети, хор приходит, они тоже как настоящие артисты все это поют, все как положено. Там было много именитых исполнителей, было в этом концерте, принимало участие. И среди них как бы оказались и мы тоже. У нас в студии есть Кристина. Кристина, давай, бери микрофон. Арсения, давай. Кристине микрофон. Здравствуйте. Здравствуй. 2017 год был для тебя годом побед. Мне кажется, Кристина, на каких-то только конкурсах не была. Мы просто активно следим за вашей жизнью в соцсетях. И, конечно же, Кристина, мне кажется, ты появляешься там достаточно часто. С медалями, с дипломами, с кубками. Что удалось покорить? Какие сцены, какие пьедесталы? Последний конкурс в этом году для меня был конкурс «Московское время». Я там заняла диплом лауреата второй степени. И с Александровой Анной мы заняли первое место. Мы пели дуэтом песню о птицах. И еще мы пели песню «Когда вы песни на земле поете». Вот. Что дала для тебя эта победа? Какие преимущества, какие были подарки? Нас наградили специальным призом на 3 бесплатных путевки в город Брест. И мы уже готовим песни, чтобы поехать на конкурс в марте 2018 года. Вот. То есть вот конкурсы, получается, победители, в общем-то, постоянно как-то дальше продвигаются. Да, да. И получают какие-то бонусы, не только кубки и дипломы. Конечно, мы очень рады, что вот нас, девочек, наградили специальным призом. Это бесплатными поездками на конкурс «Славяночка» в Белоруссию. Вот. И, конечно, мы обязательно туда съездим, сейчас вот подготовимся хорошо, свозим еще и других детей вот туда, чтобы они тоже поучаствовали. Сегодня я знаю, что не только молодые люди приготовили нашим телезрителям подарки. Кристина, ты тоже пришла не с пустыми руками. Да, я буду исполнять песню «Adagio» на английском языке. Это песня Лары Фабиан. I hear your voice and the wind.
нас достаточно сложный репертуар. Очень сложно. Она поет уже песни взрослых исполнителей. Вот у нее Алексей Алешенька, сынок, «Лебединая верность», «Адажио». То есть, как бы в свои 11 лет она как бы уже достигает вершин вокальных, ну, именно поэтому исполняя она эти приезжает сложные песни. На конкурсы, в общем-то, да, высоко оценивается, да, жюри, да, и, как правило, становится лауреатом первой или второй степени. А еще активно поет в дуэтах и в ансамбле. Да, да. У них есть дуэт с Арсением Ковалевым. Может быть, если еще мы сюда удастся нам прийти, тогда вот мы покажем эти дуэты с удовольствием. Мы всегда ждем вас в нашей студии. Спасибо огромное, что сегодня пришли и были с нами. Поздравляем вас со всеми победами. Ну и, конечно, спасибо же, большое. Из ближайшего будем болеть за наших девчонок, которые, да, будут участвовать в телепроекте «Голос». Да. Спасибо вам и новых творческих успехов. Спасибо. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока. Yeah.